Вот один раритетный автомобиль сейчас уезжает. Даже не знаю, что это за автомобиль. Ну, старый какой-то, да? Здесь еще есть парочка. Я так понял, что это на продажу они здесь выставляют. О, карбюратор. Ну, это полная, конечно, реновейшн. После ремонта. Мустанг. Мустанг. Какого года? Магнитолка с пультом. Такой салон. Ну, ничего, конечно. Ну, убитые вот здесь вот торчат. Ручки вон отпали. Кстати, крыша убирается, конвертабл автомобиль. Вот написано Мустанг. Ты еще один уезжает, вон какой. Тут стоит подобный. Да, внутри, конечно, все вообще, все новое. Сейчас спрошу, какой год. Excuse me, what year? 1970 год. Ну, тоже уже, конечно, обновленный весь. Черепушка. Любят вот тут они свое дело. Если они займутся, то как-то они отдаются этому с энтузиазмом. Это зеленый. Тут вообще даже радио старое, магнитолу не меняли. Вот на руле ручка, это скорость переключения. Диван впереди, диван сзади. Что за автомобиль? Тоже Шевроле. Номер старый какой-то. Вот еще один Шевроле. Это как в фильмах ужастик такие бывают. Тут не только старый, но Sony кассетная. Да, старинная машинка. А, вот это год, наверное, 1953. Тут не написано. Все, Мустанг уехал. Ну, я тоже ухожу. Здесь, наверное, больше машин было, остались самые крепкие.